Приветствую всех на канале Есть Поесть. И сегодня предлагаю рецепт ароматного, воздушного, очень вкусного кулича с насыщенным медово-ореховым ароматом. Разумеется, вкус выпечки будет зависеть от вкуса меда, который вы используете. А список ингредиентов, как обычно, открывайте под описанием под видео. Итак, в миску раскрошила свежие дрожжи, добавляю несколько столовых ложек муки и 1 столовую ложку сахара от общего количества. Добавляю кефир комнатной температуры, хорошенько размешаю, накрою и оставлю минут на 20 в теплом месте. Тем временем соединяю сливочное масло и мед и отправляю в микроволновку для растапливания. В отдельной миске соединяю яйца, оставшийся сахар, соль, ванильный сахар и корицу. По желанию можно добавить коньяк, ром или любой ликер. Сюда же выливаю растопленное масло с медом и хорошенько размешиваю. Орехи я беру арахис, предварительно обжарила, складываю в пакетик и пройдусь по ним скалкой, чтобы остались кусочки. В подошедшую опару выливаю яично-медовую смесь и размешиваю. Добавляю орехи. И в несколько этапов, подсыпая муку, замешиваю тесто. Количество муки контролируйте сами, так как она бывает разная и, возможно, вам понадобится немного больше или меньше. Тесто в итоге должно получиться такой средней консистенции. Оно остается липким, руками его взять невозможно, но уже держит форму. Теперь накрою тесто и оставлю в теплом месте для подъема на 1,5 часа. Через отведенное время готовое тесто еще раз размешаю, тем самым обминая. И теперь разложу тесто по формочкам. Это количество рассчитано на 2 формы диаметром 13 сантиметров. Вы, конечно, можете взять другого размера, только помните, что тесто должно наполнять формы не больше, чем наполовину. Накрою и оставлю в теплом месте еще на 30 минут. Затем отправляю в разогретую до 180 градусов духовку минут на 40, а вы ориентируйтесь по своей духовке, проверяя на готовность деревянной палочкой. Остывшие куличи покрываю глазурью, я использую желатиновую. Ссылку на эту глазурь вы сейчас видите в правом верхнем углу экрана. Разрезаем и смотрим, какая получилась красота. Полюбуйтесь, какой мякиш! Мягкий, нежный, пористый, с насыщенным ароматом и вкусом меда и обжаренных орешков. И, конечно, с соответствующим вкусом. И к тому же он такой пружинистый, отлично возвращается в исходную форму, что говорит о хорошем качестве выпечки. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите на моем канале и другие рецепты куличей, например, кулич без замеса, апельсиново-шоколадный кулич, кулич с яблоками и корицей и много других. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне, увидимся в следующих видео.